Всем привет! С вами ваша любимая компания «Электромотор», и сегодняшний видеоролик посвящается такому вопросу, как определить дату выпуска аккумулятора Bosch. Сейчас мы рассмотрим на примере аккумулятора Bosch S4 серия Silver на 60 ампер-часов. Итак, сверху на аккумуляторе, в каждом аккумуляторе, выбита дата выпуска аккумулятора. Торговая марка Bosch завозится, большинство аккумуляторов торговой марки Bosch завозится именно с Чехии, которые попадают в Украину. Итак, первая у нас идут буква. Буква С – это Чехия, так как мы уже сказали. Далее идут у нас цифры. Первая цифра у нас означает номер конвейера, которая идет прямо за буквой С. Это номер конвейера, на котором изготавливался ваш аккумулятор. Следующие цифры означают у нас год. Итак, шестерка. Это означает, что 16-го года выпуска данный аккумулятор. Следующие цифры у нас идут 19. 19 – это месяц. В аккумуляторах Bosch 19 означает март. 19 – март. И получается, дальше у нас идет число – это 17. 17-е число – март месяц. И последнее – это у нас номер бригады. Что не так важно. В общем, узнать дату выпуска на аккумуляторе вы можете сверху, она выбита. Дата выпуска является немаловажным при приобретении автомобильного аккумулятора, так как это влияет на срок его службы. Также очень часто у нас спрашивают и неправильно могут уточнить полярность аккумулятора. Для того, чтобы правильно уточнить полярность, нужно повернуть аккумулятор клеммами ближе к себе. Вот так вот. Клеммы здесь у нас спрятаны. Вот так вот параллельно поставить аккумулятор напротив себя. Справа у нас находится плюс, слева минус. Вот так вот легко определить полярность. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор» по номеру телефона 044-530-38.